Следующую пару, вот она на ваших экранах. И сразу же объявляют, что минус по одному баллу. Да, задержка октагона. Таланпек Улу Нурбулот против Ахметова Махмараджана. Очередная пара. Собственно, Махмараджан, вот он на ваших экранах в красном углу. Таланпек Улу Нурбулот в синем. И бой начинается. На сегодня очень много боев. И действительно, чем дальше продолжался этот турнир, тем бои становились все короче, все принципиальнее, все злее. Посмотрим, как случится на сей раз. Неплохую атаку провел Нурбулот. И сейчас держит своего оппонента за руку. Махмараджан пытается вырваться, но, похоже, отдал руку, отдал. И здесь очень тяжело противостоять. Нурбулот в отличном захвате держит оппонента. Пытается сейчас Ахметов вырваться, но очень тяжело в подобной ситуации. Коленями пытался работать в корпус, но таких ударов, конечно, толку мало. Хотя мы видим, что Нурбулот все-таки не выдерживает долго подобной ситуации и отпускает своего оппонента. Сейчас нужно развернуться. Ну и вот, вышел в удобную позицию, с которой можно бить Ахметова. Но мы видим, что Махмараджан боец не из простых. Исполняет тейкдаун. Здесь могло быть больно, но расстояние между настилами головой Таланпек Улу не такое большое, поэтому ну вот, Нурбулот насел сверху и начал работать руками буквально в голову оппонента. Уже удара 3-4 прошло. Здесь неплохо расположил ноги. Сейчас поймал захват. И из такого положения очень тяжело вырваться. И сейчас главное продолжать бить. Больше 2 минут первого раунда уже минуло. И Нурбулот куда активней. Но все-таки вырывается Ахметов. Да, очень терпеливый боец. Действительно, два хороших ММА-щика сошлись в этом противостоянии. Подсечка. Неплохой прямой удар сверху. Опять переходит в партер. Так, так, что? Очередная остановка. Так, нужно остановить секундомер, видимо. Да, но здесь действительно болельщики, скрываясь от дождя, очень близко приблизились к судейскому столу. И это может, конечно, вызывать неудобства. И, собственно, сейчас идут разборки в связи с этим. Секундомер был остановлен. Матч продолжается. С этого эпизода счетчик должен пойти дальше. Ну, около 2 минут оставалось до конца этого первого раунда. Неплохая двоечка от Махмараджана Ахмедова. Попытка была бросить, но в итоге сам себя уронил Ахметов. Таланпек Улу Нурбулот сверху. Минуту 45 еще в этом раунде биться оппонентом. И вот опять Нурбулот сверху. Очень неплохо. И пошли удары справа. Точно в голову. И здесь Ахметову, конечно, очень тяжело. Мне кажется, судье стоит уже вмешаться. Да, буквально избивает Нурбулот своего бойца. Ну, там рассечение. Мы видим, кровь уже на настиле. Пора останавливать бой. Я думаю, здесь победитель ясен всем. Вот такой он
кровавый вид спорта, ММА. Ни капли жалости. Конечно, это вызывает восторг у мужской публики, безусловно. Поздравляем Талантбек Кулу Нурболота. Действительно заслуженная победа. Ну а Ахмедову желаем не расстраиваться. Он сражался достойно, но оказался слабее. Очередная победа кыргызского бойца. Трибуны в восторге. Не задерживаем октагон.